Книга «Открытым оком», тема «Христос есть Бог и истинный человек», вопрос 906, том 3. На нимбе Христа пишут три буквы. Что они означают? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это означает «сущий», то есть «Иегова». Произносится «ООН». По-русски. Русские люди придумывают переводить это так. Он – Отец наш. Этим показывает, что Он, Откровение 1.8, Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Он вечен и безначален, всегда существует. На нимбе у святых и у Божьей Матери никогда и ничего не пишется. Постоянное, неизменное состояние только у Бога. Это и подчеркивается на самом нимбе, означающем святость. Иногда на иконах рисуют святителей, строивших храмы с храмом в руках. Мучеников с крестами в руках или с чашей. Но внутри образа на груди изображается только Христос, как на иконах Божией Матери.